чем больше наблюдаешь китайскую продукцию, тем больше восторгаешься ею. Вот это вот жесть, из которой сделаны вот эти диски. Вот это ступица, к которым они приварены с той стороны. И через какое-то время они от этой ступицы берут и отрываются. А чё, сварка по жести, она ведь такая ненадежная. То есть это колесо, либо его опять подваривать, ну и либо по-хорошему все это заменить новым блоком из других колес. Я пойду по второму пути, поставлю другой блок, новые колеса. Хотя они в таком состоянии, что задумаешься, сколько проживет и это не резина, а пластмасса. Ну как-то так.